Ну что, смотрите, какая у меня компания из питомцев. Ого, как будто две головы даже у одного. Но нет, это просто у нас здесь два вот таких вот питомца застряли. Ребят, смотрите, у меня 26 перерождений. И вы только посмотрите, сколько у меня силы. Почти 6,5 триллионов. Сегодня мы с вами пройдем последнюю локацию и покопим, наверное, победы. Я, ребята, ну... в топе не нахожусь, тут единственный топ, ребята, это топ по перерождениям. В принципе, мне не так много осталось, смотрите, ребят, 33 перерождения надо сделать, чтобы попасть в топ. У меня 26, если вы хотите, ребят, то обязательно пишите в комментариях, и я в следующем видео обязательно попаду в топ. Хочешь получить робоксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBXCam. Здесь вы можете приобрести робоксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Дискорд сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. Ну а мы давайте сейчас с вами вот так вот пройдем до самой последней локации. Я, ребят, наверное, на сервере самый мощный. Ну, кстати, тут смотрите, Екатерина Акимова какая-то, у нее 25 перерождений, это очень круто. Давайте мы с вами переместимся в последнюю локацию. Так, давайте лучше вот так вот сделаем. Вот, автотрейн. Мы с вами переместились, ребята, вот она, последняя локация. В прошлом видео я был тоже здесь, но у меня не было столько силы, ребята. Я накачал нереально много, смотрите. Раз удар. Я все почти сношу. Ну ладно, вот это с трех ударов. Здесь с 4 ударов. Ну и последний босс чуть больше. Окей, ребят. В прошлом видео я вообще долго все это дело фармил. А сейчас давайте так, автопанч включаем. И давайте посмотрим, сколько я смогу вообще накопить таким образом. Мы с вами даже можем сделать, например, ребята, бустики. Смотрите, здесь же есть бустики, да? Давайте мы сейчас с вами найдем где-нибудь. Вот, x2 damage, например, да? Но я, наверное, не буду этого делать. У меня, кстати, можно еще купить геймпасик, ребят, вот за 300 робаксов. А не, он у меня есть. Я его купил, ребят. Я и x2 к силе купил, и x2 к победам. Поэтому, ребят, смотрите, вот они, самые последние монстры. Ну и я думаю, что в следующих локациях, ребят, мы с вами будем очень круто прокачиваться. И да, вообще не составит труда, ребята, нам пройти дальше. Просто вопрос в том, надо ли мне делать дальше перерождение, ребят. Смотрите, у меня вот такие вот результаты, такие характеристики. И я вот не знаю, напишите в комментариях, ребят, ваше мнение, делать ли мне перерождение. Я здесь, наверное, полдня качался, ребят, чтобы сделать все 6 триллионов. И как-то вот прощаться с ними не очень-то охота. Хотя и перерождение хочется побольше, и в топ попасть. Я даже не знаю, ребят, что будет круче. Смотрите, у меня уже... 3,6 миллиона побед, ребят. Давайте сейчас попробуем какого-нибудь супер редкого питомца выбить. Я не знаю, получится у нас или нет. Так, давайте-ка мы вот так пока отключим. Вот так вот. И, ну да, мы можем много пооткрывать. Смотрите, ребят, здесь есть сток удачи. Х-сток удачи, ребят. Это просто жесть. Я даже не знаю, вот этот питомец, вопросительные знаки, ребят, сколько нам будет давать. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Х2, 99, ребят. Х10, наверное, 299, да, ребят. И вот это самое дорогое, это ультраудача. И, блин, я даже не знаю, давайте попробуем Х2 хотя бы себе сделать, ребят. Давайте посмотрим, смотрите. 12,37%, проценты усилятся или нет, смотрите-ка. 12,37, ну-ка. 12,37. Эх, ну окей, давайте открываем. Может быть, нам что-нибудь супер редкое выпадет. О, эпик. Вот это, кстати, классно, ребят. 3,7%, кстати. У меня нет здесь ни одной легендарки, ребят. Очень... Ай, анкоманка. Эх, так, давай мы вот так вот... А, здесь нельзя убрать, да? Чтобы нам не выпадали, например, анкоманки и команки. Если мы уберем, вот, например, видите, да, ребят? Мне так и будет сейчас выпадать и анкоманка, и команка. Кстати, 3, чтобы открыть, надо, похоже, вступить в группу. А я все забываю вступить в группу. А, печалька. Но нам, в принципе, уже эпик выпал, ребят. 3,7%. Это уже вполне неплохой результат, потому что у меня вроде бы такого эпика вообще еще не было, ребят. У меня анкоманки все. Давайте посмотрим сейчас на его характеристики. Но меня интересует, ребят, 1%. Ну, вопросительные знаки я на мифик вообще не рассчитываю. Вот легендарочку я бы, конечно, да, хотел бы посмотреть, ребят. Может быть, все-таки нам выпадет. Давайте мы сейчас с вами все равно дооткрываем. И вы представляете, у меня сколько может быть побед, если я, например, хотя бы полчаса пофармлю, ребят.
И вот таким вот образом можно будет открывать питомцев вообще просто бесконечно. Потому что я очень быстро прохожу вот эту линию последнюю с монстрами. И я думаю, уже не за горами следующее обновление. Кстати, вроде по пятницам здесь, ребят, обновление выходит. Так что следующее обновление, скорее всего, выйдет у нас в пятницу. О, рарочку. Ну, давайте-ка, окей, давайте посмотрим, что там у нас в инвентаре. Это у нас анкомонки, ребят, они дают 8 миллиардов. Вот, кстати, рарка дает 11 миллиардов. Давайте посмотрим на эпик. Вот, 16, ребята, 16. Давайте мы вот это убираем и экипируем. Вот этого. Так, ну и еще одну, получается, рарочку я могу экипировать. Так, где эта рарочка? Вот она, ребят, 11. Неплохо. 11 миллиардов, ребят. Так, и итого у меня 70 миллиардов питомцев. Ну, слушайте... В принципе, мне сейчас даже сила питомцев-то не нужна. Во, еще одна рарка. Сейчас мы комонку, анкомонку заменим, ребят. И я реально могу сейчас... О, легендарка, ребята! Это 1%. Я хотел, и вот она, пожалуйста. Давайте смотреть, какие у нее характеристики. И где ты? Вот, 33 миллиарда, ребят. Жесть. Давайте вот этих двух уберем. Так, где у нас тут рарка была же еще? Нет, не она, не она. Вот, ребят, вот этого экипируем и вот этого. Сколько у меня? 95 миллиардов, ребят. 95 миллиардов. Ну, все равно это, как-то, знаете, даже никакой роли это не сыграло. Потому что, смотрите, ребят, я очень жестко фармлю. Поэтому, знаете что, давайте, мне сейчас победы вообще не нужны. Поэтому, давайте, ладно, сейчас мы вот так вот закончили, да, давайте попробуем... посмотреть, как быстро я буду качаться, ребят. Смотрите, я по 127 миллионов получаю. Чтобы сделать перерождение, мне надо 134 миллиарда, ребят. У меня 27 перерождений. Мне остается ровно 6 штук, чтобы попасть в топ. В прошлый раз, кстати, было 28 перерождений. То есть я мог в прошлый раз очень легко попасть в топ. Но я этого не сделал, ребят. И... Ну, надо, конечно, сейчас фармить. Можно даже бустик вот этот купить, ребят. Смотрите, на прокачечку. Он дешевенький. Ну, дешевле, чем X2 к демажу. Смотрите, ребят, 49 рубаксов. Давайте мы его купим. И мы сейчас с вами, получается, на полчаса X2 получаем, ребят, к силе. И давайте-ка посмотрим, какой у нас следующий буст. Вот, ребят, смотрите, следующий буст... У нас было 56 тысяч иксов, будет 85 тысяч. А потом уже, скорее всего, будет, ребята, за 100 тысяч. 29-е получается перерождение. Ну, смотрите, мы с вами 30-ку уже почти накопили. И остается примерно соточка, ребят. Ну, кстати, если бы VIP здесь была груша, я бы, наверное, VIP-грушу побил, ребят. Давай, кстати, вот так вот награду мы забираем. В принципе, ну, 8 миллионов. Не, маловато, ребят, маловато дают все равно. Надо, короче, это... Все, питомцев, про питомцев я забыл. Значит, ребята, мы с вами будем делать перерождение. Давайте я сейчас быстренько накоплю до перерождения, и мы вместе с вами сделаем и посмотрим, сколько надо будет для следующего силы. Ну что, ребят, смотрите, мы с вами почти накопили, и остается совсем немножко. Кстати, достаточно долго фармится уже перерождение, ребят, и сила, потому что у меня X2, и все равно мне кажется, что долго как-то. Давайте делаем следующее перерождение. У меня 28 штук, ребят, давайте мы автотрейн включаем, поскольку я по 191 миллион, ребят, сейчас прокачиваюсь. Давайте посмотрим, следующее в два раза больше почти. 268 миллионов, кстати, как раз таки в два раза вроде бы, у нас же было 134, а сейчас, ребята, 268, жесть. Ну, смотрите, вроде как я все равно побыстрее фармлю, но я не знаю, ребята, смогу ли я как бы в топ попасть, да, там, в принципе, 33 перерождения, но я думаю, если, давайте так, ребята, если это видео наберет, ну, хотя бы 1000 лайков, то, ребята, я продолжаю здесь качаться, и мы с вами рвемся в топ и попытаемся побороться за топ-10. Как вам идея, ребят? Напишите в комментариях. Ну, а я буду читать их и решать, что мне делать, прокачиваться или нет. Смотрите, я уже все-таки накачал 60 миллиардов почти, так что следующее перерождение не за горами. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки, ребят. Всем пока-пока.